В Чебоксарах на 3 месяца с 15 марта по 22 июня ограничивают движение транспорта по улице Парижской коммуны. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации столицы Алексей Ладыков. Ограничение движения связано с необходимостью переноса инженерных коммуникаций в районе строительства транспортной развязки. С 15 марта по 22 июня для автомобилистов будут недоступны участки от пересечения с улицей Фучика. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездной маршрут по улицам Богдана Хмельницкого, Ватутина и Кутузова.